Пожар на чердаке 19-го дома по проспекту Масленникова вспыхнул в 8 часу вечера. На место прибыли 12 пожарных расчетов. Людей эвакуировали, территория оцеплена. Когда из-под крыши повалил густой черный дым, большая часть жителей дома находилась во дворе. Я из садика ребенка привела, стояли, все нормально. И вдруг такое пламя, прям сумасшедшее пламя, да, вот наверху крыши началось. Я гуляла с внуком на улице, и тут мне кричит соседка вот с 4-го этажа, говорит: «Наташа, Наташа», я не поняла, что такое. Потом подошла, она говорит: «У тебя пылает над твоей квартирой огонь». Я скорее побежала, у меня там бабушка с дедушкой, вот всех, то есть документы собрала, их собрала, все и вынес, тут уже пожарные подъехали. В квартирах на верхних этажах живут пенсионеры, спасатели эвакуировали 5 человек. Помощь людям оказали прибывшие на место медики. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Также на место прибыли глава города Олег Фурсов, глава района Алла Волчкова, представители управляющей компании и газовая служба. Погорельцы временно расселились у родственников и друзей. Также районные власти подготовили для людей пункт временного размещения. Мы сегодня в школе 144 уже подготовили специальное место, где люди смогут и получить питание, где они смогут провести ночь, утро до решения всех вопросов. Полностью потушить огонь удалось через 40 минут. Причины возгорания пожара и ущерб устанавливаются. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов. События.